Согласно внесенным изменениям и дополнениям в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта, теперь бесплатные массовые спортивные секции для детей и подрастающего поколения должны действовать не только в областных, но и в районных центрах сельской местности. С 1 января 2021 года областным управлением физической культуры и спорта проделана в этом направлении определенная работа. С профессиональных клубов были перераспределены средства для развития именно массового спорта, увеличения количества ставок в спортивных школах, укрепления материально-технической базы спортивных школ, строительства спортивных площадок на территории сельских округов в районах нашей области. Вместе с тем, 27 апреля Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в целях реализации послания главы государства «Казахстан в новой реальности. Время действий» была утверждена методика подушевого финансирования творческого и спортивного заказа. Для ее реализации на данный момент ведется работа по выделению денежных средств со стороны государства, чтобы дети из Акмолинской области могли заниматься в спортивных секциях на бесплатной основе. Был разработан в республике сайт artsport.edu.kz, на котором все взаимоотношения между оператором, которым является Управление физической культуры и спорта Акмолинской области, поставщиками и родителями будет регулироваться именно на данной электронной платформе. Предпринимаемые государством меры по развитию массового спорта встречают поддержку на местах. Жаксынская специализированная детско-юношеская спортивная школа – одна из таких. В районе увеличивается количество секций. Охват детей составляет 788 учащихся спортсменов. И в этом направлении продолжается работа и далее. Каждая вторая семья, имеющая детей, так или иначе вовлечена в спортивную жизнь. А благодаря интернет-сайтам значительно улучшится информативная осведомленность и оперативность всех заинтересованных сторон. И мы уже готовим электронную базу. Как заявляют представители областного управления физической культуры и спорта, благодаря введенным изменениям в законодательные акты в области физической культуры и спорта в Акмолинской области будут дополнительно охвачены еще более 3800 детей. Иван Однорог, Бауржан Смагулов, Кокчаякпарат.